Дети бегали по козырьку 17 этажа. Это произошло на проспекте 60 лет образования СССР в микрорайоне Солнечный. На замечания взрослых мальчик и девочка лет 10 не реагировали или не слышали их. При этом такой забег, очевидно, опасный. Дети перелезли через ограждение и гуляли по той части козырька, где нет перил и есть перепады в высоте. Жители, которые сняли эту прогулку, отметили, несовершеннолетние спокойно вышли в одну дверь и вернулись в дом через другую, которая была открыта. Сейчас правоохранители проводят проверку и ищут несовершеннолетних.